«Поможем медикам вместе». Под таким названием акцию в поддержку больниц Тверской области в борьбе с коронавирусом проводит региональное отделение Сбербанка. В ее рамках в лечебные учреждения Верхней Волжи закупаются вещи для инфекционных госпиталей и медиков региона. Подробности в материале нашего корреспондента. Комплекты постельного белья, полотенца и питьевую воду получили медицинские учреждения Твери от Сбера. Поддержка в рамках акции «Поможем медикам вместе» оказана инфекционным госпиталям Твери, которые ежедневно помогают жителям региона побеждать COVID-19. Любая помощь, она всегда важна и приветствуется. Мы, так сказать, за это только благодарим. Особенно в это непростое время, которое сейчас вот нас всех испытывает на прочность, особенно, конечно, врачей. Конечно, мы, и доктора, и вообще весь наш коллектив благодарны за любую помощь, за добрые слова, но тем более, если это еще и помогает лечить пациентов. Мы всегда, конечно, приветствуем и хотим сказать большое спасибо. Благотворительную акцию в поддержку больниц области «Поможем медикам вместе» Тверское отделение Сбербанка проводит уже во второй раз. Первая стартовала в мае. В ней приняли участие сотрудники банка, направив личные средства, а также партнеры Сбера. На собранные средства были закуплены предметы для инфекционных госпиталей и медиков региона, которые используются и расходуются ежедневно. Медицинские работники всей нашей области продолжают вести круглосуточную борьбу с коронавирусом. И мы хотим поддержать их, так же, как они каждый день поддерживают наших сотрудников, близких и всех жителей города. Мы надеемся, что наша акция поможет сформировать дополнительные резервы и добавит уверенности. Это благодарность от каждого нашего сотрудника, от всей команды и от банка в целом. Как отмечают в Министерстве здравоохранения Тверской области, такая поддержка сейчас как нельзя кстати. В настоящий момент значительные силы региональной системы здравоохранения брошены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация под контролем, но никакая помощь не будет лишней. Я думаю, что это здорово помогло. Мы это чувствовали, помощь со всех сторон. Это снабжение защитными средствами, продуктами и, самое главное, вот этим мягким инвентарем. Потому что очень много приходилось открывать новых коек, много больных. И все, любая помощь нам была, конечно, очень востребована. За период двух акций коллектив Тверского отделения Сбербанка направил порядка 900 тысяч личных средств. В целом удалось собрать более 2 миллионов рублей. На собранные средства в том числе было закуплено и направлено в инфекционные госпитали более 1700 комплектов белья, столько же полотенец, свыше 18 тысяч бутылок питьевой воды. Кроме этого, будет оказана адресная поддержка ряду лечебных учреждений в области, отмечают в Сбере.